На конкурс дети читают стихи. Абдулин Камиль, 9 лет. Мой брат меня перерос, доводит всех до слез. Он мне сказал, что Дед Мороз совсем не Дед Мороз. Он мне сказал, его не верь. Но тут сама открылась дверь, и вдруг я вижу, входит дед. Он с бородой, в туп одет, туп до самых пят. Он говорит, а елка где? А дети разве спят? С большим серебряным мешком стоит обсыпанный снежком с пушистой шапки дед. А брат твердит тайком, да это наш сосед, как ты не видишь? На и нос похож, и руки, и спина. А я ему говорю, ну и что ж, а ты на бабушку похож, но ты же не она.